Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как Silent Technology. Для сильного будущего. Silent производит и устанавливает CO2, нейтральные промышленные установки для синтеза метанола и исследует новые модульные технологии для того, чтобы принести концепцию к частным. Продажа токенов начнется осенью 2018 года. Частная продажа откроется 31 августа. На сайте также нам представлена белая книга. Она состоит из 33 страниц. Имеется содержание. Это подробный доклад о проекте, его идеях и целях, как работает данная платформа. С ним вы можете подробно ознакомиться по ссылке в описании. Экосистема Silent. Представлена схема. Метанол и его польза. На молекулярном уровне метанол является самым простым из спиртов. Он состоит из одного атома углерода, атома кислорода и 4 атомов водорода. Метанол – ясный жидкостный химикат, который растворяется в воде и легко биоразлагается. Эволюция источников энергии и метанола. Их миссия. Компания Silent в ближайшее время запустит производство блоков синтеза метанола, которые технология внедрила в 2017 году. Эти производственные единицы позволят производителям зеленой энергии превратить энергию в метанол эффективно и на месте. Миссия состоит в том, чтобы подтолкнуть производство и дальнейшее развитие технологии, позволяющей создание мини-блоков, которые смогут сделать синтез метанола эффективно на малых масштабах. Фокусируясь на метаноле и возобновляемых источниках энергии, Silent активно участвует в создании будущего, где производить, хранить и использовать энергию станет легче, эффективнее и даже важно окружающей среде. История компании. Silent Power была основана на истории успеха Silent Power AG и командой. Целью компании является дальнейшее развитие технологий и комплексная энергетическая экосистема, которая является экологически чистой и устойчивой. Проблемы. В то время как метанол является одним из лучших и наиболее перспективных видов топлива, производство и местные поставки по-прежнему ограничены во многих областях. Предоставление производителям энергии возможности превращать энергию в метанол не только открывает для них новые возможности для бизнеса, но и существенно помогает хранить и монетизировать произведенную энергию в периоды сильной нагрузки. Что уникального в Silent? Синтез метанола на месте производит энергию в устойчивый путь. Доказанные возможности R&D и трубопроводы нововведения. Часть существующей экосистемы, охватывающей как предложение, так и спрос на метанол. Более чем 40 лет экспертизы индустрии положено совместно через доказанную команду. Дорожная карта представлена с начала проекта в 2017 году с концепцией идеи проекта на сегодняшний день этапа ICO и дальнейшие планы проекта. Детали токен Sale представлены. Распределение токенов показано в процентном соотношении, использование средств. Их команда нам представлена ссылками на LinkedIn, можно узнать о них больше. Также советники, часто задаваемые вопросы и подробные ответы на них. Их сообщество есть во многих социальных сетях, посмотрим их аккаунт в Facebook. Здесь у них более 230 подписчиков, актуальные публикации последние 17 часов назад. Они часто обновляют свою новостную ленту. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь у них около 300 читателей, также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями. В целом, я считаю, этот проект перспективный, интересный, имеет все шансы на успех. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.